Друзья, всем привет! С вами Антон, HR One Group. Как ваши дела? Я сейчас вызвал такси и вот ожидаю. В приложении увидел, что таксист разговаривает на русском языке. И я для вас постараюсь добыть немножко информации, потому что таксист — это действительно одна из самых распространенных вакансий, которая тоже нужна для работы в Польше. И таксисты зарабатывают очень хорошие деньги. Так что сейчас ждем такси, и я вам постараюсь для вас записать видео. А если у вас есть какие-то вопросы, пишите нам директ, переходите на наш сайт. Такси. Друзья, хорошие новости. Водителя зовут Валерий. Оказался очень хороший водитель. И он согласился на интервью. Но, правда, взамен на хороший отзыв. Надеюсь, он нам сейчас все расскажет и поставим ему хорошую оценку. Валерий, добрый день. Валерий, спасибо вам большое за то, что вы согласились снять для меня видео, потому что я уже ни у одного человека просил об этом. Ну как вам за 4 месяца, нравится здесь или тяжело? Да, я уже потихонечку освоился. Вот, в принципе, Варшава нравится. Понимаю, что ты находишься в Европе. Но, конечно, не хватает мне друзей. Хотел бы, чтобы они все здесь были. Я думаю, за 4 месяца уже тоже с кем-то познакомились. Да, успели. Вот я вожу, конечно, ребят. Много белорусов сейчас приезжают. Общаемся. Иногда можем обменяться контактами. Ну, как бы, надеюсь, что со временем у меня этих друзей будет все больше и больше. Класс. Я, получается, работаю 5-6 дней в неделю. Так. Где-то по 8-9 часов. Слушайте, это, ну, так неплохо. Да, да. А можно работать больше? Можно работать больше, конечно, рамок никаких нету, и ребята, кто работает примерно 14 часов и чуть выше, они, конечно, зарабатывают примерно где-то так 2000 евро. Ого, класс, класс. Ну, а вообще, как сказать, работа не пыльная, довольны? Да, в принципе, я доволен. Езжу на машине, знакомлюсь с людьми, очень много приезжают белорусов. Наверное, польский так легко подтягивать. Ну, польский, да, согласен. Но есть, конечно, такие пассажиры, кто не особо общительный, но, тем не менее, я доволен. Ну, главный такой вопрос, который, наверное, каждый бы задал наш подписчик. Вот порекомендовали бы вы работать с таксистом в Варшаве на первое время, как минимум? На первое время, да, работа не пыльная, ты не работаешь на стройке, в тепле. С такими хорошими людьми, как вы, например. Спасибо. Да, мне было очень приятно с вами познакомиться. Да, почему нет? Класс. Валерий, спасибо вам большое. С меня хороший отзыв. И отзыв напишу не из-за того, что вы согласились меня рассказать нам, сколько зарабатывает таксист, а из-за того, что вы действительно хороший человек. И мы вам желаем огромных успехов и хороших клиентов. Спасибо большое. До свидания, Валерий. Спасибо. Друзья, если же вас интересует на первое время вакансия водителем такси, переходите на наш сайт EuroID24, пишите нашим менеджерам, и мы обязательно вас проконсультируем, свяжемся с вами, поможем вам. И до новых встреч. Всем хорошего вечера.